Виллисом Макарчан, мастер по обработке деревянных картин. По образованию юрист-криминалист. В настоящее время работает в пожарно-спасательной службе города Нинацминда. По специальности водитель. В свободное время Виллисон у себя дома вытачивает деревянные картины и сувениры. Любителем, или? Эскорзин. Кенем сэнк, нзэ хачуйк эскорзин. Орсэм эскорзов кабрым эскорзов кашхадим, вахжарэм гпох кашхадим, пан чэк. Դե Ռուսաստանը ռուս ընկերը մնացին ուժեղ վարպետեր փետի։ Մի բայր քանի բայ ինքին սպասատրել էլի։ Փետի հետ իշխի կարելի վարվել։ Ասենք այնպես փետ կար, ասենք մեր ժողովուրդը գիտեն, թե դիք վարելիք է, բայց ասենք այդ փետը կարելի օգտագործել, ասենք մի հատ սիրուն բան սարքել։ Ասենք այս փետերը լակ բան չեն օգտագործել, իրա բնական գույներն ու իրա բնական Макарчан является скульптором, который делает прекрасные скульптуры и картины из дерева. Скульпторы бывают разной тематики, однако больше всего мастер любит создавать хачкары и церкви. Все работы создаются вручную. У мастера нет студии, работает он у себя дома. Фигуры, сделанные скульптором, очень хорошо детализированы. В них можно различить мелкие детали, что делает еще более изысканным. Բոլոր աշխատանքներն էս սաղն ասենք իր բայով իր դժվարություններ ունին, իր ասենք բարդություններ ունին, բայց պես օբշիով վերցուցած ասենք ամենա բարդ մեծ դժվար աշխատանքներից մեկը այս աշխատանքն է, Էջմիածինն է, որն որ բավականին երկար ժամանակ է խելեիզնից այդպես եմ էլի, մոտավորապես երկու ձեմեր, համառը գործ չեմ էլի, բայց երկու ձեմեր ինձ կելել էս աշխատանքը, Одиннадцатилетний сын Виллисона Макарчана, Артур Макарчан, также любит рисовать картины. Он ходит на дополнительные занятия к художнику, а после занятий берет уроки мастерства дома у отца. Я шот к сыну наговорил, если я попарат бегнем, кукам повысит на сын кандапкеном, инкинди сорвснег. Сыну наговорил, кипсови галохнер, Айвазовскую нагарнер зов. Я снагар. Лаукони велохна. Орнак сенки сверчили с эскорза цернаргетси. Я нагар. Мадонна Лита. Ты нагар, ты саси. Карли мядом с герецик нагар. Леонардо да Винчи нагар. Мядом карли. Хеты бэр ханы линчи чёрш.